ребятами разговаривали, вот, потому что видно было, что после Бешикташа сил не очень много осталось. Вот так психологически наоборот все было в норме. Но то, что сегодня отдавались они полностью там. Я вообще к ребятам за весь пока сезон, сколько мы игр сыграли, вообще вопросов нет. Даже по Краснодару вопросов не было никогда. И команда преподнесла подарок президенту на день рождения. Вот. Да. Но «Зенит», я думаю, заслужил гол свой. Все равно были моменты неплохие.